Давай мне маны, наверное, все-таки нет. Да, вот так. Ахиллес 30-й левел каунта, если не смурф. Это ж хорошо, это ж изи. Здорово, калачик. Нет, нет, кот, съеби, пожалуйста. Ты мяукать будешь. Ребят, на коту, на коту на хавку надо еду. Не убрал, бля, да, точно. Напомни мне, пожалуйста, Never Surrender, напомни мне, пожалуйста, в конце катки. Хочу его убрать, действительно, прям хочу, меня бесит. Самый топовый, этот, славянский, вообще такой охрененный. How you doing? Котя, да. Кошаку на еду никто не хочет подкинуть. Чё ты облизываешься, я ж тебя не кормил. Блять, сука, что-то сожрал, наверное. Ты что-то съел? Смотришь. Фу, воняет от тебя, блин, едой какой-то. Они какую-то дичь делают. Откуда столько дизов? Уже устал, говорит, нужно клипануть было. Застримил я сегодня The Crew 2. Застримил я The Crew 2. Обосрал эту игру, потому что она действительно оказалась говнистая, как кусок говна. Школьники, видимо, с этой игры пришли и наставили мне дизлайков. Да, да, мне плевать на дизы вообще на ней. Пусть еще нахер идут. Беги на базу, блядь. Хилочку прокачал. А, там это из-за тебя и все. Здорово, сука. Ай, блин. Напишите, пожалуйста, откуда дизи, пожалуйста, ребят. А то я сейчас подгорю. Зинпуш что под вас слышал, знаете? Зинпуш, ты ж слышал, да, жучила, блин? Да блядь! Короче, смотри, Зин... Арт сказал, что больше не будет играть с Майтых. Короче, смотри, Зинпуш, мне Адам задонатил 2000, чтобы я пошел похавал, а я, короче, предзаказ колды сделал, Call of Duty. Так, все, подкидывушка на месте. Купил колду, дис получил. Ну типа да, примерно так и работает. Куда Адам пропал? Адам, братан, ты где? Ты еще и за колду 10. Блять, будет обидно совсем, знаете?
Батлу надо было брать, но сейчас никто не задонит. Тут я. А что ты меня не поддержишь? Тут он. Скажи то, что так все и было. Держи лайк, спасибо, братан. Адам задержал полиции данов, наконец-то. Адам тебе игру выбирает. Не-не-не-не. Он уже купил, блядь, две игры мне за сегодня. Какая, господи, это скучная линия. Батлы без... Не, даже по поводу батлы мы потом с тобой порешаем. Этот момент, этот вопрос. Перерыв. Вот, Димас правильно говорит. Адам, братан, нужно хотя бы перерыв взять. Я, конечно, в ахере в хорошем смысле, но, братан, надо взять перерыв. Просто дичайше скучная линия. Блять, у меня есть жога, ребят. Что-то на гирке поинтереснее, чем за Найк против Собека. Я тебе там важную инфу написал в ВК. Все, чек, ну, братан, если это важная инфа... Беги на базу. Это и есть мой перерыв. Хорош, спасибо. Блять, мне не нравится, что он хилится. Надо было после на соло, чтоб я себе жопу сжег просто здесь. Не-не, спасибо, братан. Блять. Опа. А чё, подожди. Давай. Well done. Блять, меня бесит то, что я застреваю здесь. Сык. Так, Димас, а ну, забань калачик. Ты же любишь поса. Ты видел видео? Ты видел видео? Я не люблю поса, братан. Давай драться. Давай, ладно. Ладно, давай драться. Как оно тебе, блять? Как тебе дубинкой по голове, братан? Ты живой там вообще, нет? Спасибо за подписку на Арте. Спасибо за подписку на Арте, нихуя себе. Где, почему оповещение не появляется? Кто мне скажет? А, все появилось. Я девушка. А, ты девушка. Сорян. Еще не всех выучил. Че ты убегаешь, господи? Это ж так скучно. Давай драться. На тебе дубиной. Yes.
Опа, опа. Полиция нравов. Ай, Гитя! Да, сука, блядь! А, это ты, я понял. Нет, если метка висит, это понятно, что не спасает. Это я знаю, спасибо. Вот человек на Фенрире у меня на стриме. Насколько я знаю, братан. Ну зачем ты прибежал и ультанул в него тогда, когда меня нету? Как бы, ну это же бессмысленно. Сделайте кто-нибудь мем, пожалуйста. Ребята, давайте. Давайте как-то группу поактивнее ВКонтакте держать. Димас, займись этим. Напиши что-нибудь в группе, пожалуйста. Сделайте хоть что-нибудь. Типа, где мемчики, где рисунки? Вы можете? Я от подписчиков буду постить всякие штуки, если они будут, ну, более-менее, как сказать, адекватные, что ли. Нужно разбавлять группу, я хочу активности, я хочу, чтобы вы активничали там. Так, Димас, ты что-то написал, да? Я делал один раз по твоей просьбе, этого мало, этого не мало, это... Нет, подожди, этого мало, конечно, я, естественно, выложил, это было... Это было очень круто. Я активно смотрю группу. Смотреть это одно, нужно что-то пилить туда. Я прочитал, я все в курсе. Все будет. Тем временем 1200 человек ровно в группе у нас. Хорошая циферка. Комп починить, сразу будете артриса. Сразу будете ар... О, вот это зашибись. Это круто. Если это будет какая-нибудь себяшечка, то есть мое изображение, еще будет четко. Я свою ЧСВ так потешу, что мама не горюй. Чё ж волонки 8-го левела-то? Чтобы вообще не жаль пытался. Вы просто накидайте мне в предложку всяких штучек, может, мемчиков. Блять, мы проиграем просто из-за того, что у нас, блять, тип ливает. Бам, блин. Хм.
Арт хочет ворот, я устрою. Блять, Адам. Я хочу от тебя, знаешь что? Чтобы ты просто сидел на моем стриме. Давай. Сражайся против крипов пока что. Просто ужасно скучная линия. Просто сидеть это не мое. Да это я уж понял, блин. Что просто сидеть это не твое. Телепорт откатился. Мы проиграем эту катку. Что я ульту не качаю, потому что я не пользуюсь. Да ладно! Не, его много где сейчас банят. Он типа считается очень сильным. И рисуй в Сай. Братан, я не знаю, что такое Сай. Но если ты что-нибудь для меня прям нарисуешь, я, блин, очень буду рад. На аватарку себе поставлю. Если там будет моя рожа и все будет красивишно. Арт, откуда столько дизов? Что-то я залип так и молчу, сижу, короче. Ребят, поговорите со мной кто-нибудь, пожалуйста. Я так по стримам соскучился, на самом деле, вообще жестко. Здорово, здорово, ребята. Бонжур, здорово, Серег. War, war, go fury.
Gold Fury. Gold Fury. Ward. Короче, буду по поводу дизов отвечать только вот в донате, кто спросит. Пьяный Шоль, да. Я сегодня платье купила на свадьбу, умничка. Лагает, алло. Господи, они такие кривушные, блядь. Раскривушные. Как они вообще кого-то убивают, алло. Давайте, давайте жирного убьем. Хорош. Блядь, брат, если бы ты сейчас попал бы. Он, блядь, еще просто подошел ко мне. Кому ебло бить за диз? Что за фу, блядь. Слава богу, Адам. Я думал, мне опять что-то от тебя пришло. Я чуть уже не попутал, если честно. А мне просто сообщение от ВТБ пришло. Убей! Спасибо. Да рано. Ой, хорош. Только не слышу, что вортят. Не спрашивай, Соник, пожалуйста, братан, не спрашивай про дизы. Рэд. Везде уже имеющийся. Да вообще просто же. Какое сообщение с повесткой? Наберет. Убей, да. Вот это момент, да? Моментище. Увидели это дерьмо? Ай, лол. Это контентище.
О, господи. Убьет, убьет, убьет! Хорош! Это ваг был, да. Это ваг. Блять, вот за это же можно лайк поставить на ютубе и подписаться, если еще не подписался на мой канал. Народ, кстати, в курсе, что хотят новый закон принять по поводу срочной службы в армии девушек, не рожавших до 23 лет. Ого. Смотрел, убил. Я его взглядом распепелил просто в такую нулину. Хочу Масамуны. Не самый лучший выбор, конечно, но я хочу Масамуны. Лайки побыстрее. Да. Лайки, донаты давайте там вообще. А то Адам уже устал. Не-не. 11 часов на столке рубили. Ты что, наркоман? Как я топ урон? Как я топ урон? Ну ладно, у нас этот вылетал. Дебаланки, который должен быть топ уроном. Be careful, be careful. Сука! Ай, давай, Димас, давай, Димас. Удачной тебе тренировки. Как же я хотел красиво сделать, а? Второй раз подряд. Я еще и убежал. Мы их еще и убьем сейчас, смотри. У-ху. А че вы теперь убегаете? Вы же такие смелые бежали за мной, алло. Ой, блядь, как я промазал, не знаю. Да нет, братан. Ладно, мы могли бы их убить, но не получилось. Блядь! Чукова, часик радости, эфир, сладость с ногами, ходу голове, проходу, матушка, удачи, стутузов, по сдаче, ходу воровскому, смерти мусорскому, здорово, простой, здорово, братан. Лайки откуда? Адам задонил на лайке. Подкрутил мне немного. Чё ты там за клип калачик сделал? Потом посмотрю. Спасибо за поддержку. Для красивых моментов. Подчеркивание циркумфлекс. Как мне прикалывает эта штука, подчеркивание циркумфлекс. Спасибо, Викуль, большое за полтинничек тебе. Спасибо тебе. Кто там еще не лишался девственности донатерской? И сейчас самое время, ребят.
Вика топ. Вика топчик. Сука. Серега, ну ты знаешь, что нужно сделать, братан. Антон, у меня тоже какой стрим говоришь. Ай, напомните мне, я лишался. Не ври, Кирилл, не донатил мне еще. Ты видел, Кириллус? Я сделал предзаказ все-таки. Я умер! Я и то, и другое еще не решился, если подарки игр не считаются. Не, братан. Подарки игр? А, ну да, ты же мне купил этот симулятор, да, козла? Уже, похоже, перебор с откровенным попрошайничеством до нас в это дизы пошли. Блять, нет, Саня, не поэтому дизы пошли. Ты же знаешь то, что я угораю? Я с самого начала своих стримов угорал по поводу донатов, потому что никогда не верил то, что будут донаты. И тут запиздили донаты. Вот и все. Вообще мне сейчас стали претензии какие-то кидать по поводу матов. Ну, блядь, как можно не материться? Я не знаю. Ретрит. Потом будешь говорить, мне нас сало подарили. Ну да, да. Ну да, фу-фу. А фуры с дизами я загружаю. Да? Откуда столько дизов, блядь? Давайте еще раз, ребят. Всем, кто на стриме. Артиматришник еще тот. Вообще еще тот. Начал. Сука, блядь. А, решил я постримить такую, короче, игрульку. The Crew 2 называется. Начал ее стримить. Чекаю, а игра говно, говнина вообще. Такой думаю, ну ладно. А потом такой смотрю, а тут фанаты забежали, видимо, с самой игры. И как давай мне дизы ставить, короче. Ну и вот так получилось. Спасибо за подписку на арте. Привет, Драник, здорово, спасибо за подписку. Ну так что, сыграешь на экстрама или АДК? Ну, если АДК дадут, да, конечно, сыграю. Уж нет там. Ребят, для всех новеньких, в моей группе розыгрыш бандла проходит на Медузу, который 900 гемасов стоит. Ну и кто еще не в курсе, вы подписывайтесь, давайте там везде, где надо. Все, жирничок били, это главное. Чувак для нас стримит, а ему вместо благодарности диз. Мне нравится, проходите мимо. Селестер Смарали, стоит задуматься. Да, стоит задуматься. Well, that sucked. Ты когда реалом стримил, я ролик поставил, когда на смайт пришел диз. Ах ты ж друг вот такой вот. Блять, Шабаланка до сих пор. Висит, и у меня вопрос, зачем вам диск? Ну, чё с вас? Чё, блядь?
Я ничего не понял, что ты написал. Так, что бы мне такого собрать? Физической силы? Да? Нет, хочу что-нибудь там, где, чтобы прям много там, вот, поняли, да, короче? Может, талисман собрать? Be right back, be right back. Блин, что бы такое собрать? Буду долго ее стакать. Я надеюсь... Вообще, я надеюсь, мы ее не выстакаем. И катка закончится. Но я хочу быть еще жирней. Взял фотку пацана, который меня заебал с параллельной группы. И залил его фотку с фейк-аккаунта в группу Gay Surgut. Сука, Серега, блядь. Это смешно. Пацану не смешно, наверное. Ой-ой-ой, хороший этого! Сургутик говорит, я есть гей. Вообще, смайт одна из основных игр, смайт даже если не единственная. Очень странное предложение. Движение топ. Спасибо, братан. Да, да, я тоже не понял. А, он сразу пьет же теперь точно. Так, ладно, шкуру мы все-таки сейчас, походу, делаем настаками. Пришел с работы. Хорош, ребята. Приходите с работы и сразу на стримчанский. Это еще четко. Слишком долго это, блядь, все. А там замес, видите, может быть, я и правильно сделал. Баланки толку нет, потому что он не играет просто. Они его, блядь, постоянно сносят, убивают там и все такое. У нас очень-очень сильно играет Ра. Если бы ты в 9:30 по Москве начал стрим, то я бы тоже приходил после работы.
Братан, на Фенрира не лезь, пожалуйста. Нам оно еще нахер не надо. Блять. Какая потневая эта катка. Ой-ой-ой, Фенрир ворвался. Я их убила, братка, обоих. Алло. Я их, братка, обоих убил. Блядь. Мы выиграли. Буча! Хорош! Лайк поставил и подписался, пожалуйста. Ладно, шучу, кто может, тот поставит лайк и подпишется. А я буду очень-очень рад.